Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про Express Smart Game 2.0, точнее Smart Game Pro, как оно называется. Что оно из себя представляет, какой совет я могу дать, так как у меня опыт уже есть и зарабатывание денег на хайпах, и огромные потери, то есть опыт покупал я тоже. Поэтому, друзья, обязательно смотри видео до конца, сегодня поговорим, когда стоит заходить, стоит ли вообще заходить в эту тему, и расскажу свои планы, погнали! Ну и, конечно же, все мы помним, как мы с пристрастием ждали эту смс-ку, этот звоночек, что нам пришел перелив. Наверное, 5 месяцев, 6 месяцев назад это был первый проект, который взорвал мозги вообще абсолютно всем. Всем, кто верили, зашли в начале, стали миллионерами. Тем, кто не верил, зашли в середине. Это как я заработал немножечко. И хомяки, которые залетели в последний вагон и просто остались ни с чем и сказали, что это скам. В принципе, все как по классике. Поэтому, друзья, а после того, как вышел Express Smart Game, что-то похожее не было. Хотя они там мудрили с вайтлистами, они мудрили там с определенными схемами, но это их дело. То, что они создали крутой продукт, это был факт. И сейчас админы создают версию 2.0. Честно, я не знаю, будет ли такой ажиотаж или нет, но почему бы не попробовать, почему бы не залететь с самого начала, потому что именно тогда, когда я записывал видео, мы залетали примерно на 5-й или 6-й день, когда вся движуха началась, и то заработали в принципе неплохо. Друзья, я понимаю, что мы хотим сейчас быстро перейти к презентации, давайте я вкратце вам расскажу. В такие проекты вот сейчас изжилась матрица вообще, но так как это админы Форсажа, это админы первого экспресса, которые зародили вообще всю эту матричную систему, ну именно такую хайповую, да, вот, я думаю, стоит сказать, что в такие проекты нужно залетать либо сразу, не думая, да, ну, то есть ты готов, да, рисковать, свободные средства, обязательно свободные средства вкладывать, либо вообще не залетать, и потом, когда увидеть большие чеки у каких-то ребят, как бы не грызь себе локти, тут два варианта. Конечно, будут хомяки, которые опять не поверят, залетят в конце, потеряют, скажут, что это скам, это везде так, поэтому без хомяков рынок не работает, к сожалению. Что сейчас мы, собственно, будем делать? Во-первых, я вам расскажу, что официальных ру-чатов не будет, именно официальных от админов, они не будут, они будут работать, как они сказали, на англоязычную аудиторию, это мы с вами посмотрим. И, соответственно, я создам определенный чат по этой теме. Те ребята, которые соскучились по хайпам, по вот этому адреналину, кто хочет почувствовать, что такое деньги, если они реально будут, обязательно переходите, там я буду рассказывать свою стратегию. У меня уже есть опыт, я во многих хайпах после экспресса участвовал, где-то терял, где-то зарабатывал. Сейчас мы перейдем к презентации и будем подробно ее изучать. Опять же, эту презентацию я оставлю в своем основном телеграм-канале, не чате. Можете ее там скачать, а в чат зайти, мы там уже будем общаться на эту тему. И вот, собственно, они показывают, что это якобы их партнеры стратегические. Хотя это просто именно те площадки, на которых они участвуют, это не партнеры. Тут сразу у нас дисклеймер, то, что вся информация, документы предоставлены на условиях как есть и по мере доступности. То есть сразу они всю ответственность себя убирают, но это в принципе и правильно. Особенно в хайпах человек должен ответственность брать сам. Погнали. Тут сразу скажу, перевод был через Translate, вот, и очень плохое качество перевода, потому что русской презентации нет. Будем учиться с вами так. В Express Game Pro, Smart Game Pro, всего 36 уровней. Он будет поделен на две части. То есть это, грубо говоря, две разные игры. И как заявляли админы, что если вы в первую игру вошли, то есть не вошли, просто смотрели, то можете зайти во вторую. По факту это одна игра, но будет на два раунда поделена. Но скажу так, вот сразу буду говорить как есть. Первый раунд, который будет, мне кажется, он хорошо стрельнет, второй раунд уже стрелять так не будет. Почему? Во-первых, когда будет первый раунд, он будет начинаться с 36 уровня и по 19, то есть сверху вниз. Соответственно, все самые крупные дяди, и то, наверное, это будет единица, будет заходить на 36 уровень, который стоит порядка 9-10 тысяч долларов. Конечно же, по стратегии этого заходить не буду, все свои мысли я буду рассказывать в телеграме, как я буду двигаться, но примерно вам скажу, что я буду заходить примерно от уровня 1100-900 долларов. Это 29-28 уровень. И, соответственно, у меня еще будет целая неделя посмотреть на смарт-контракт, изучить его, что он из себя представляет, какая динамика. Это большой плюс, что начинаем с самых высоких раундов. Итак, у нас есть два раунда, в котором первый с 36 по 19, и второй раунд это с 18 уровня по 1.
В чем различие этих раундов? Мы посмотрим чуть дальше, но вкратце скажу, что первый раунд у нас больше акцент идет на выплаты базовые, а второй раунд больше на реферальные. Ну, не совсем там сильное различие, но посмотрим. Собственно, вы можете поставить на паузу, посмотреть, сколько стоит тот или иной стол. Каждый последующий раунд, каждый последующий стол открывается через 24 часа, автоматически заложенный кодом в смарт-контракте. То есть там вручную клацать не будет, он автоматически открывается. То, о чем я вам говорил, Smart Game Pro начинается с 36 уровня и через каждые 24 часа открывается последующий нижестоящий уровень. Уровни в Smart Game Pro открываются каждые 24, все уровни работают независимо, игроки располагаются случайным образом, рецикл также помещает вас на случайное свободное место в следующей строке, то есть абсолютно рандомно. Так, идем далее. Как работают структуры? Все уровни в игре имеют свои отдельные партнерские структуры, заполняемые участниками в случайном порядке. Активируя место на уровне, новый игрок помещает на случайную позицию в текущей строке, продолжая структуру этого уровня. То есть вы становитесь автоматически рандомно под кого-то. После активации им уровня два новых места разблокируются под активированным местом. То есть как только вы активируете, под вами два человека, которые также рандомно к вам прилетят в то или иное время. Когда эти два места заполняются, автоматически следующая строка идет и так до бесконечности, пока не заморозится ваш стол. Тут, конечно, нужно понимать, как это все будет работать. Опять же, я свои мысли говорю, может что-то не так. Награды генерируются, когда игроки активируют уровни. Смарт-контракт автоматически распределяется 100% вознаграждений от активации уровня по личным кошелькам. То есть на смарте ничего не находится, автоматом все распределяется. Награда базового уровня. Награда базового уровня — это 75% поступает на кошельки трех случайных участников текущей линии. Что это такое? И как только вы зашли в проект, вы оплатили стол, у вас вот оплаченный стол — это 100% вашего депозита. Из них 75% поступает на кошельки рандомным людям. То есть раньше было по 75% одна выплата, нужно ждать, и сразу тебе капает. Тут же капает по 25 три раза. То есть на самом деле это лучше, чем сразу 75. Во-первых, больше оповещений, люди больше как-то, ну это психологически, наверное, больше радует человека. Вот. И остальные 25% это реферальная система, где 10, 7, 5, 2 и 1. То есть 100% автоматически распределяется по всем смарт-контрактам. Итак, награда базового уровня, это раунд второй, 70% поступает на кошельки 5 случайных участников. Тут больше идет распыление. То есть во втором раунде будет больше распыления и, соответственно, больше реферальная партнерская программа активная. То есть нужно понимать, что базовая награда, как только вы купили стол, это пассивный заработок, и реферальная система — это активный. То есть тут мульти-награды, так сказать. Идем далее. Разделение базовой награды. Каждая награда базового уровня делится на части случайным образом, распределяется между игроками на текущей линии. Лимит 5 циклов на место. После совершения 5 циклов место выпадает из структуры уровней. Активируйте уровень еще раз, чтобы получить еще 5 циклов. И система заморозки. Заморозка места происходит через 2 цикла. Чтобы разморозить место, активируйте место на следующем уровне. И вот, собственно, мы видим вот такую табличку. Давайте мы ее вот так вот сделаем. Из-за моей вебки не видно. Базовая награда за цикл. Процентность от суммы активации уровня за цикл. Тип вознаграждения пассивный. Раунд 1. 75%. То есть вам приходят 3 выплаты по 75%. Базовая награда делится внутри линии цикла. 3 части по 25%. Общий процент вознаграждения до заморозки 150%. И именно 150% вы можете активировать следующий уровень. То есть если вы не хотите активировать уровень, у вас будет 150%. Вы сделали 1.5x и вышли, но смысла тогда нет заходить. Соответственно, вы можете купить вышестоящий стол, он будет дороже, как раз вам хватает денег на вышестоящий стол. Тем самым вы будете понимать, когда остановиться, когда уже динамика не идет, и не покупать далее. Именно по этому принципу я буду рассказывать по своей стратегии уже чуть ниже. Также у нас будет сегодня на момент записи видео в 18.00 будет прямая трансляция, я буду рассказывать еще раз про проект, можете зайти посмотреть. Общий процент вознаграждения за 5 циклов активации одного места, одно место — это один кошелек, как я понял, 375%. Это если вы будете полностью активировать несколько раз этот стол.
И мгновенные награды за активацию каждого уровня – это реферальная площадка, где 1, 2, 3, 4 и 5 партнер, соответственно, по процентным соотношениям можете посмотреть. Тут на самом деле новичок, если будет смотреть новый человек, он немножко запутается, потому что тут все показано в цифрах, сухая математика и довольно-таки просто. Тут можно посмотреть за каждый раунд, сколько мы сможем получить. Мы сейчас активируемся на первый раунд. Именно от первого раунда будет понятно, стоило вообще как бы заходить или нет. Но мне кажется, ажиотаж будет большой. Сейчас нету никаких интересных проектов, к сожалению, на рынке. И старые игроки в Express Smart Game после той эйфории, которую они видели, они захотят поучаствовать как минимум в первом раунде точно. Каждая активация места на уровне дает возможность пройти цикл до 5 раз, получить 5 полных базовых наград. После 2 циклов место будет заморожено, пока вы не активируете место на соседнем более высоком уровне, о чем я вам говорил. Когда место заморожено, основные награды будут пропущены и идти вышестоящему активному оплайну, у которого этот уровень активен и не заморожен. Вот здесь вот можете посмотреть, как это выглядит. Месяц, то есть пропущенные награды, базовые награды и партнерские выплаты. Партнерские выплаты, награды на уровне не будут упущены, если хотя бы одно место на уровне не заморожено. Или хотя бы одно место завершило 5 циклов. На самом деле кажется все сложным, когда вся эта движуха пойдет, все будет понятно. Уровни 36 и 18 не подлежат заморозке, потому что они самые высокие. Важный момент. Пропущенные базовые награды из-за заморозки засчитываются в общую сумму доступных базовых наград за место. Поэтому у вас останется меньше базовых наград для получения за место в случае пропущенных наград. Ни хрена не понятно, честно. Поэтому будем смотреть действительно, как все будет на деле. Дополнительные места, клоны. Вы можете активировать несколько мест на каждом уровне. Каждое активированное место дает возможность совершить цикл не более 5 раз. Места работают параллельно, независимо друг от друга. Грубо говоря, вы создаете мульти-аккаунт, так сказать, клона, чтобы не создавать новый MetaMask, не мультиачить, вы просто делаете новый аккаунт. И, соответственно, в начале, как только открылся стол, у нас будет максимум 2 активации на уровень в первые 72 часа после старта. То есть мы можем 2 раза получить по 5 вот этих линий, как я понял. Неограниченное количество активаций на уровне после 72 часов. То есть это сделано специально, чтобы люди, которые с большими кошельками, по 100 раз не нажимали и не получали только одни, а более-менее сделали, так сказать, распределение по всем игрокам. Это на самом деле важный момент. Они доработали свою систему. Опять же, как качнет СНГ и вообще весь мир, который, как они говорят, заявляют в трейлере, можете посмотреть. Это посмотрим. Еще один важный момент. Заморозка работает в зависимости от количества активированных мест на соседнем более дорогом уровне. Например, если вы активировали 2 места на 30 уровне, а только 1 место на 31, то 2 место на 30 уровне будет заморожено через 2 цикла, если не активируете 2 место. Но это логично, я думаю. Это стартовая линия и пропуск. Линия входа при активации. Стартовая линия с базовыми наградами начинаются со 2 строки. Итог, каждое активированное место проходит 5 циклов, участвуя в 6 линиях. Но это понятно, вы как только заходите, ваша награда идет другим людям, вы не получаете. Это как серая полоска в самом первом экспрессе, помните? И, соответственно, 5 остальных линий вот этих заполняются, и вы получаете награду. Запомнить, партнерские вознаграждения на уровне зависят от активации вашей команды, доступны, если уровень активирован. Это говорит о чем? О том, что если у вас есть какая-то команда, неважно, 2 человека, 10, 100, к примеру, вы заходите на 20 уровень, а ваша большая часть заходит на 22, все награды вы теряете. Поэтому, друзья, важно работать по стратегии, как-никак соблюдать какую-то этику, да, межсетевую, так сказать, ну, не субординацию, наверное, этику, вот, и договариваться. Понятное дело, тут нужно заходить быстро, но, соответственно, никаких вайт-листов, ничего не будет. К примеру, я зашел, через там 5 секунд кинул вам ссылку, и вы уже залетаете, также и с вашими партнерами. Тогда только будет выстроена продуктивная, грамотная, полезная связь. Чтобы начать играть в Smart Game Pro, вам необходимо активировать как минимум первые уровни основных программах Forsage Boost, X3, X4, а также один из уровней Smart Game Pro. Что это такое? А в самом начале создавался просто Forsage, это матричная система, в которой простая пирамида, приглашаешь людей, зарабатываешь деньги. Вот, там не было никакого пассива, только приглашаем и тогда зарабатываем. Это Forsage Boost.
Вот, те, кто участвовал в первом экспрессе, у них сохранена, как говорят разработчики, как бы, если они участвовали уже в форсаже, у них сохранено все это, им не нужно покупать. Но я рекомендую именно в этом Smart Game Pro создать новый кошелек. Не просто подключить основной, а создать новый кошелек. Все мы с вами знаем, на всякий случай создаем новый счет. То есть, как это делать? Давайте я сразу покажу вам. Вот, друзья, к примеру, мы перешли в MetaMask. Видим, к примеру, это мой основной счет, хотя это мой вот, который будет в Экспрессе. Через него не стоит заходить. Это просто как безопасность. Мы нажимаем на кружочек, если с компа, и вот здесь создать счет. У вас создается новый счет, нажимаете на него, Binance Smart Chain сеть, и через него только регистрируетесь. Просто сделайте этот счет для Express Smart Game, а потом его уберите. И все. Для тех, кто не зарегистрирован в Forsage, доступна опция быстрой регистрации. Как это сделал, в принципе, я. У меня есть старая структура и довольно-таки неплохая. Но я создал новый кошелек, опять же, по тому убеждению, которое я вам предоставил сейчас. Быстрая регистрация для активации, для взаимодействия с интерфейсом, активации уровня. Вам понадобится криптокошелек, совместимый с BNB Chain. Что еще тут имеется? Никаких вайт-листов или особых привилегий. Все участники имеют равные возможности, в том числе ID1. Но то, что это написано, ребят. По факту мы с вами посмотрим. У нас будет время, мы не будем заходить на самые высокие столы. Это не нужно и очень рискованно. Поэтому у нас будет 5-7 дней, чтобы грамотно все посмотреть на смарт, как работает, сколько людей. Понятное дело, вначале будет очень мало людей, потому что огромные столы подразумевают все большие траты и заработок, соответственно. Поэтому, но я не хочу рисковать, я буду заходить, хотя на 1000 баксов это тоже определенный риск. Вот, собственно, экспресс первый, мы тут, будет экспресс второй. И, соответственно, они хотят сделать NFT-игру, при которой как если вы будете участвовать в Smart Game Pro, он будет начислять NFT. Но все это мы с вами слышали. Я думаю, на это прям особо заострять внимание не нужно. Нужно заострить сейчас внимание на другом. Вот здесь, кстати, все полезные ссылки. Сайт еще не работает, понятное дело. И, конечно же, из этого всего рекомендую установить вот такого бота. Кстати, вот я делал опрос. 82 голоса уже с вчерашнего вечера. В принципе, я писал, что если не зайдет вам эта тема, я ролик писать не буду, так как зашла, я записываю. По поводу вот бот, смотрите, он называется Boost Forsage. Тут все просто. Выбираете язык, добавляете аккаунт Binance Smart Chain. И если вы помните, у меня прям ностальгия взяла. Вот я зашел 5 апреля, когда я ролик снимал про первый Express Smart Game. И тут уже начались какие-то выплаты. Вот мы видим X3, X2, 5 долларов, 10, 5. Потом пошло уже в BNB. Сейчас покажу вот BNB, еще BNB. В общем, очень много транзакций было на самом деле. Посмотрим, как отработает себе этот момент. Теперь по поводу регистрации. О чем я вам говорил? Я создал новый аккаунт в MetaMask, зашел через него. Потом уже зашел по реферальной ссылке. И, соответственно, вот мой айдишник. Можете зарегистрироваться и вместе работать. Ну, ссылочку я оставлю. Что есть такое? Когда вы зайдете, вам будет не вот эта вот страница, а предложить купить X3 и X4. На самом деле, X3 и X4 стоит всего 10 долларов. Либо там 0,0004 BNB, если не ошибаюсь. Поэтому вы можете активировать X3, X4, только тогда это обязательное условие для участия в Express Smart Game 2.0. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы этот маркетинг форсажа всегда поддерживался. Они сколько лет уже работают над этим маркетингом, и очень много денег там, соответственно, приходит. Вот оборот бюст, сколько сделок совершено, миллионов и так далее. Плюс сейчас будет накат. Помимо этого, вы приглашаете людей, да, они регистрируются вам здесь и здесь капает, бот показывает, и капает Express Smart Game. Поэтому два разных маркетинга вам начисляют деньги. Это на самом деле прикольно. Но я активировал сразу все четыре площадки, мне ушло 28 долларов. Какая-то там инфа прошла, то что кто активирует 4, какие-то плюшки будут. Не знаю, насколько это правда, честно, но я посчитал, что если мы играем в хайпы, то 28 долларов это херня. Но вам это не нужно делать. Опять же, это мое личное мнение.
Вам что нужно? Создать второстепенный MetaMask счет, как я показал. Зайти по ссылке, если решите со мной играть. После того, если все офигенно пройдет, я сделаю очень хороший криптобокс. У меня уже есть мысли. Посмотрим, как это все пройдет. Именно криптобокс для тех людей, которые будут под моей реферальной ссылкой. Соответственно, вот здесь вот все айдишники будут видны, кто подо мной зашел. И среди них я буду разыгрывать. Вот, поэтому, друзья, X3, X4 покупаем, это порядка $10. Как покупаем? Там будет табличка определенная. Давайте я покажу, как она будет выглядеть. У меня, по-моему, я его сохранял. Так. Вот, собственно, как все будет. Регистрация. Заходите, нажимаете регистрация, потом нажимаете голубую кнопку регистрации, регистрируйтесь, покупайте X3, X4. Как работают эти столы, это отдельный ролик, можете там в описании почитать. И все, и мы уже готовы к старту. То есть на старте вам не нужно будет резко там клацать, что-то делать, потому что когда старт, непонятно, может резко завтра будет, либо послезавтра. Мы должны быть на вооружении, хотя, понятное дело, сразу заходить не будем. Еще раз, друзья, что я думаю по этому поводу? И мы пропустили Express Smart Game самую первую. Я пропустил, потому что я не заходил на старте, хотя я мог еще выше зайти, колоссальные BNB-шки заработать, порядка 30-40 BNB. Мы играли в очень много хайпах, которые заработали и потеряли. И лично я пропускать данную тему не хочу. Хоть она и не стрельнет, хоть я не знаю, как все будет, честно, никто из нас не знает. Может, мы ее также раскачаем, а то и получше, чем Express Smart Game. Поэтому давайте посмотрим, что будет. Если вы хотите со мной немного поадреналинить, либо заработать крупную сумму, либо не заработать. Опять же, это хайп, это пирамида. Каждый берет ответственность за себя. Переходите в чат, там мы будем общаться. Самым максимально полезная и новая информация будет в первые же секунды именно там. Поэтому переходим туда, регистрируемся и ждем старта, друзья. Всем пока.